Ёпта, что это за хуйня? Это про спорт, блять. Что это? Блядский стоп. Да. Окей, пойду похаваю, если ты, блядь, ты. Да, пи-пи. Ой, блядь. И по стене поехал тут авто, как тот автобус. Я опять внизу ехал. Да пусть, мы сейчас 20 фрагов осталось, я сейчас по делам отъебать. Ебать там валик. Сверху залезли. Они тебя не видят, а, что ли, блядь? Они ты пиздец слепые, посмотри, что они. Чего, блядь? Я недавно как-то, он меня заставил вернуть, я потом говорю, что мне кушать нечего, он мне 5-150 рублей скинул. Так у него скоро пенсия придет, чё ему, какая разница? Да уже пришла, блядь, я тоже пенсионер. Бля, нихуя, они тебе типа комп нормальный собрали, и ты, блядь, не... Ну да, я здесь... Нормально башляю, ты чё, у меня тоже кореш, блядь, у него типа батя утонул пьяный в речке. Ну типа, к нему... С мясовоза Валиковского. А чё просто ты, Валик? Делаю два выстрела и вылетаю нахуй просто. Я их Карл уже. Дурак, блядь, ёбаный. А как его использовать? Ты что, не ёбаный дурак, блядь? А как его спать? Вот короче, снимайте слидер, кто он, не похуй, каким образом. Капыч вставит свой. На какую банку? В натуре? Да. Угу. А зачем, если есть лидер уже? Так есть лидер на 0-1, блядь, там тухлый, пизда. Тухлый? Я не могу понять, Касата, зачем тебе сниматься? Стой АФК, ебаная, и все, и получи свой суппорт. Нет, это хуйня, ебать, пизду, блядь. Парни, вы главное его, пока я дом не продал ему это, ну не обзывайтесь им. Когда дом продадим, я сразу вместе накинем, сейчас скажем, вот ты дурак. Капыч, а к тебе Халк Тим с 03 сервера подтянется? Ого. 166, дай семерку или восьмерку. Это Кира. Стас, не, пацаны, я буду двигаться в своем направлении. Я знаю, что я сейчас. Водю страну. Четко. Зеленый вреди тебя, брат. Но я думаю, кто-то уже тут в конференции слышал про будущее Смоленск, про движение. Мы с Микой, кстати, говорили, и мы с ним думаем, что ты будущий мэр. Нет, пацаны. В дальнейшем возможно. На да, мэр, куда его водить. Кто такой, кто его вообще за... Я еще помнишь? Вы где парни? Мы берем форме. А я с вами хочу, подожди. ВСФ, да. А сколько там минут? А вы реально добиваете, блядь, 20 тысяч надо? Да. Да. Сколько там до формы я поеду сейчас? Потому что Карыч наш друг, а ты чмо, ёбаный. Ой. Я, блядь, при чем здесь 20 тысяч склада, блядь? Ты не помогаешь. Саня. А он тебе помогал. Да. Вы чё, Миха, блядь, или чё? Чё вы все, блядь? Долбаю. Там есть уже форма. Саня. Чё? Мне ехать? Да. У нас два человека тут, я и кальмар. Там уже дает. Так, жирная свинья, Валик. Опа. Не понял. Это чай так сказал. Чай так сказал, ей-богу. Не прицеливайся, чай. Не прицеливайся. Опа. Поехали. Ой. Валик. Валик. Я понял, чая убивать, да? Валик, да, это чай. Ну, чай, все, это чай я сделал. Уехал. Где вы находитесь? Говорите мне. Мы берем форму ВСФ. Тут чай еще. Это он нажал. Быстрее. Видит быстрее. Бог, кальмар. Не даст соврать. Он еще и клист не выключил. Так это тоже, Сань. Это, короче, кальмар прицелился, Валик, это чё? Не, это чай. Это кальмар, это чай. Вы меня тут не знаете, что верить, что кальмар мой не друг. Кальмар мой друг. Он на ВД хорошо играет, помните? Ой-я! Ну что, вы взяли уже?
Да, чай прицелился, а едем уже. Мы чай едем. Дома? Порт... А, вот. Ой, сука. Ой-ой-ой, а у него проспорт, ребята. Да ничего страшного. Ребята, как ты конкуртируем Элеона? Валик, ты сказал медузу. Ребят, я думаю... Я думаю, если мы... Ой, блядь! Ага, ты попробуй, блядь. Че, реально? Хотя у тебя там ничего не будет, а у других вообще в ахуе будут они. Все за уши потом меня не оттянуть будут? Да. Так, пойду открываю личку с Матвеем. Приятно, да, вот эти обновки пользоваться, когда еще никто, знаешь, это тот самый... Нормально. Бля. Они везут туда вроде, блядь, что-то. Там два человека, Савин, блядь, поставь ПХ, умоляю. Да, блядь, я не везу. А еще там какой-то дозри синтакс на метле прилетел на мост. Мы едем? Мора, дай 1к, быстрее. Мора, дай 1, да, 2000, дай. Надо, ребят, кто такой крип? Что за уёбок? 200к взял. Хорошо, и на следующие 30 минут еще 200к заказал. Зачем так шутишь? Да, ребят, давно это говно появилось, что у скина Балафа на шапке, ну, ну типа вот, если смотреть на его лицо с правой стороны. Понял. Новые РПшки годные. Короче, у меня еще идея есть, на прям... Все, блядь, прокачали, все. У меня ХП, нахуй, на тычку. Ребят, убил Стаса Пышного, который был на гражданке, он написал хуй там. Ну что, мать и бог. Сейчас в рифуй за инвайки свои, блядь. Что, чё, чё, предлог найден, блядь. Дома на колесах скидывай, кидаем на кидалевый аккаунт. Я скипу, у меня есть. Не проебали мы длит. Так. Ну есть чего стрелять просто. Гюрки. Да они гюрки. Квадратные гюрки, блин. Уууу, катай. А чё не кричите-то, чё не кричите-то? АФК, Тера, АФК. Кричать. Давайте кричать. Победа, блядь, сосед, нахуй. Да легко было, ребят. Чё, Спейс, забыл, кто папочка? Ну чё, хотел долгу терну бою? Ребят, если мы пойдем в доту, мы успеем одну сыграть. Лайк. Like. Вот бы рестарт, Что 205 по-русски? М4. Заткнитесь. Все, его закрой. Хватит. Фура, груф, едет на МСС. У них 730 М4. У нас внизу машин нету, кстати. А интересно, парень, как мы внизу будем стоять? На М4 просто. Бля, такая изи-тера, я не знаю, вы хули. Блять, если сначала мы играли так, как сейчас играем, то все нормально было бы. Вообще. Нас бы вырезали, потому что у них оружие дохуя. А сейчас у них нихуя нет. Так ты не понимаешь, мы бы им склад съели за 3 заезда, за 4. Они бы ездили. Сейчас можно, в принципе, наверх. Так и что нам делать? Подождите меня, я сейчас. Не знаю, там человек 40 на ГС стоит, мы не убьем их. Да сейчас трое рассосет.
они сейчас пол. Мы заедем. Блять, у меня форма еще ответственность стопай, такая большая. Стопай, стопай. Фу, стопай, вот, за стопай. Ним, за ним, за ним. Так это я, алло, блядь, я ебанутый, нахуй, это я. То есть, серьезно, 10 минут 21 секунда того, как я коряво плесешу, сливаю ФКшников, катаюсь на машинке, подпрыгиваю на трамплинах, ржу в Дискорде, кто-то рыгает, крякает от выигранной теры, и просто вот эта вот вся садомия, которая происходит, тебе реально вкатывает. Ну что ж, друг, мой социальный эксперимент провален. Увы, ты его не прошел. Мне тебя очень жаль. Ладно, на самом деле не жаль, нихуя, бля, лайк поставь, долбоеб.